Я поддерживаю нашего президента Александра Григорьевича Поврознюка в его решении пойти в народные депутаты, так как я знаю, что Александр Григорьевич человек слова, человек дела. Это видим мы, как развивается футбольный клуб «Ингулец», то, что делается для футбольного клуба, то, что делается сейчас в регионе. Мы надеемся, что с его приходом, с его помощью мы сможем увидеть реальные изменения в жизни наших людей. Я считаю, что жизнь изменилась в Украине. Всем депутатам, всем чиновникам нужно одно качество. Это все, что они обещают, они должны выполнять. И что касаемо Александра Григорьевича, то сколько я с ним знаком, чуть больше 2 лет, то все, что он обещал на словах и на бумаге, он это выполнял. Поэтому хотелось бы, чтобы таких людей в парламенте, в политике было как можно больше, потому что человек действительно создает, пытается, пусть не так, как кому-то это нравится, как кому-то бы это хотелось, это его стиль, его работы такой, где-то чуть жесткий, но он справедливый, поэтому всем, кто сомневается и кто прислушивается к моим словам, я хочу посоветовать: проголосуйте за Александра Григорьевича. Я підтримую Олександра Григоровича, бо знаю його як людину, знаю людину слова, який виконує все, що обіцяє. В принципі, знаю по клубу і впевнений, що за межами клубу буде виконуватися все, що буде сказано ним, і підтримую його в його напрямку і ідеях.